Привет, друзья! Ви, как и другие парни, служит в армии. Однако он все равно активно занимается жизнью, в том числе и личной. Например, он ушел в увольнение из армии ради новогодней ночи. И провел он ее вовсе не с близкими. Артист признался друзьям, что очень сильно влюбился в русскую девушку, с которой познакомился незадолго до ухода на службу. Его избранница к нему тоже относится очень серьезно. Ви провел новогоднюю ночь с русской девушкой. Он очень сильно влюбился, а она его ждет из армии. Кажется, после возвращения из армии Ви готов будет жениться. Но мы пока не можем ничего рассказывать, кто она и чем занимается. Она живет в Корее, и их отношениям уже несколько месяцев. Так что Ви в этот Новый год был очень счастлив. А все его друзья рады за него, ведь таким счастливым он не был никогда. Он загадал желание никогда с ней не расставаться. «Это ли не любовь?» — отметил друг Ви, знакомый с ситуацией. Увидимся на следующих видео.